никакого отношения. Я посмотрел «Нил и поросенок», значит, понял. Вообще, мы же, наше поколение воспитано на сказках, да, там Винни-Пух, там что-то еще, там, «Крокодил Гена». Вы знаете, я скажу, что мне очень понравился этот ролик в плане позитивном. То, что ничего плохого, ничего жесткого, жестокого он не несет, он приглашает всех в Хабаровский край. Кстати, Питер сразу отреагировал на этот ролик, там, или своего лося какого-то там передумали, но это все не то. Я считаю, что любыми методами, любыми путями, все, от чего зависит, от кого зависит направление, которое привлекают к нам в туристов, жителей, нам нужно показывать, нам нужно это делать, потому что сегодня Хабаровский край нуждается в населении, нуждается в рабочих руках. И ну что такое 1 300 000 человек на 788 000 квадратных километров? Мало населения, и мы должны сделать все возможное. Неважно, поросенок, крокодил Гена, там, кто угодно. Если он несет в себе позитив, если он как раз приглашает в наш край, ну почему бы нет? У меня такое хорошее впечатление. По крайней мере, даже мои близкие, они сказали, прикольно. Прикольно, понятно, что край не только выпускает самолеты пятого поколения, но еще и может юморить и может делать все для того, чтобы к нам приезжали. Нормальное время.